На неделе в Махачкале в конно-спортивном комплексе «Зебра» в честь главного мусульманского праздника Курбан-Байрам состоялась грандиозная местная ярмарка. Организаторы постарались на славу и помимо самой ярмарки от ведущих рестораторов города, организовали для гостей и участников мероприятия концертную программу с участием известных исполнителей нашидов и бесплатные угощения. Кульминацией же торжества стали два заезда впечатляющих скачек. Подробнее о мероприятии расскажет Карим Даниев. Дорогие гости! С вашего позволения разрешите наше сегодняшнее торжество считать открытым. Салам алейкум! Добрый день, хорошего дня, хорошего настроения всем! Масштабно, увлекательно и познавательно. В этот день в развлекательном комплексе «Зебра» гостям была представлена хорошо организованная праздничная программа. Свыше 3000 человек пришли, чтобы провести Курбан-Байрам в кругу семьи и близких. На радость зрителям здесь выступали исполнители нашидов. Акробаты демонстрировали невероятную сноровку. Жокеи гнали своих породистых коней на скачках. А повара, в свою очередь, готовили на всех гостей мясо и плов в самом большом казане Дагестана, рассчитанного на 4000 человек. Организаторы постарались на славу. В первую очередь я бы хотел обратиться ко всем и поздравить всех дагестанцев, всех мусульман мира с этим замечательным праздником, самым главным праздником для мусульман Курбан-Байрам. И раз этот праздник такой величественный, конечно же, хотелось его торжественно отметить. Я думаю, что у нас сегодня получилось. Скажем, когда масштабно, всегда, конечно, ответственно. И этот мероприятие тоже было таким же. Было много вопросов, но я думаю, что справились, скажем так. В Дагестан на этот великий праздник приехали гости и делегации из разных республик. Одним из участников мероприятия стал исполнитель нашидов из Татарстана. Он привез для нашего зрителя свои лучшие стихи, в которых воспевал Всевышнего, религию и пророка, мир ему. Знаете, я уже сколько лет знаком с вашими ребятами, Гамзалавом, Юсуфом, виделись в Москве и в Тарах, и они всегда меня приглашали сюда. Вот благодаря Всевышнему Аллаху, да, вот такой праздничный день я встретил здесь, в такой прекрасной земле. Я просто влюблен, влюбился в Дагестан. Пока еще я, конечно, мало что увидел, но мне это все нравится, вся вот духовное состояние, братство, вот как вы празднуете вот такие праздники, да. Прям у меня эмоции. Сказать, что присутствующие были довольны, это ничего не сказать. Горожане и гости Махачкалы были рады провести праздник всей семьей, а туристы впечатлены насыщенным колоритом республики. Настроение отличное, мероприятие тоже очень нравится, альхамдулилля, все хорошо. Пришли вот где-то за час до мероприятия, узнали о нем и решили с семьей выбраться, да, приехали, посидели. Хотел бы их, чтобы вот таких мероприятий было побольше, именно что именно Курбан-Байрам, наш праздник, чтобы он как-то выделялся среди других праздников, чтобы люди больше ждали этот праздник и посещали именно вот такие мероприятия, связанные с нашими праздниками. Это первый раз мы присутствуем на такой праздник, я, по крайней мере, на таком празднике. Про праздник Курбан-Байрам, это известно, это конец хиджры. А вот здесь, в Дагестане, мы сами первый раз на таком празднике, первый раз. Очень интересно, красиво, великолепно. На мероприятии было много и официальных лиц. Среди них чиновники администрации главы и правительства, члены регионального кабмина, депутаты Народного собрания и представители министерств и ведомств. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.